Впрочем, эта неделя волгодонцам запомнится еще одним происшествием. Однако на этот раз ЧП случилось в самом центре города. Около 3 часов дня на пульт дежурного поступил сигнал, что торгово-развлекательный центр заминирован. Стражи порядка быстро отреагировали на звонок, и в течение буквально 10 минут здание ТРЦ опустело. Сюда были выдвинуты силы управления внутренних дел, также приданные силы пожарной части, МЧС, эвакуированы все лица, которые находились в здании, после чего собакой все было обследовано полностью, все помещения, начиная от чердаков и заканчивая подвалом. После чего был дан отбой, так как взрывоопасных веществ найдено не было. Сейчас по вопросу ложного звонка проводится следствие. Звонившему грозит уголовная ответственность. Но, видимо, наказание шутников не пугает, ведь подобные случаи в Волгодонске не редкость. Напомню, что в феврале неизвестные сообщили о бомбе в наркологическом диспансере, а в мае прошлого года полицейские обследовали якобы заминированную налоговую.